Откуда взялись тюльпаны? Из Амстердама или еще откуда, но тюльпаны являются таким же всемирно известным символом Голландии, как ветряные мельницы и башмаки на деревянной подошве, хотя родина их вовсе не Нидерланды. Естественное святое питание тюльпана является гористая местность. Первые тюльпаны попали в Нидерланды из Константинополя, ныне Стамбул, в 1544 году. Дикие тюльпаны сегодня можно встретить в Южной Европе, Северной Африке и некоторых частях Азии, в районе северо-востока Китая. Тюльпан является национальным цветком Турции и Ирана. Название этого чуда цветка происходит от турецкого слова, которое обозначает тюрбан. Связано это с тем, что на языке этимологов именуется воображаемым сходством. Нераспустившийся цветок по форме напоминает тюрбан. Хотя, возможно, причина в том, что у турок издавна принято носить цветок тюльпана в головном уборе. В Нидерландах, а именно так стоит называть эту страну, поскольку Голландия охватывает всего лишь 2 из 20 ее областей, тюльпаны действительно завоевали необычную популярность. Однако история о большом мыльном пузыре под названием тюльпаномания в начале 17 века сегодня представляется несколько преувеличенной. Согласно мнению профессора Петера Гербера, директора по глобальной стратегии Deutsche Bank, все наиболее ужасные истории о разорениях и банкротствах того времени, якобы вызванные резким падением цен на тюльпаны, берут начало из одной единственной книги, которая называется «Наиболее распространенное заблуждение и безумство толпы», изданной в 1852 году. Вероятнее всего, такие страшилки являются результатом кампании, которую голландские власти затеяли исключительно с целью воспрепятствия спекуляции тюльпанами. Верно, цена на тюльпаны в те времена была действительно вздута. Одна луковица наиболее ценных сортов могла стоить как хороший дом. Но с другой стороны, история знает немало примеров, когда в разных странах растения ценились еще выше, например, орхидеи в Англии 19 века. Гербер утверждает, что голландская спекуляция в самом диком варианте была явлением, длившимся не более месяца унылой зимой 1637 года и не имела реальных экономических последствий. Сегодня в Голландии выращивается около 3 миллиардов луковиц тюльпанов, 2 из которых идут на экспорт.